Сегодня в Российской Федерации день памяти и скорби. И все жители, фактически все население вспоминает тех людей, которые 81 год тому назад вступили в бой и приняли очень страшный удар от гитлеровской Германии. День памяти и скорби сегодня начался в 4 утра, в тот период, когда немецкий сапог, фашистский сапог, вступил на советскую землю. Этот день проводится фактически во всех городах Российской Федерации. И само название «День памяти и скорби» говорит само за себя. Мы склоняем головы перед теми, кто отдал свои жизни за то, чтобы жили другие, за то, чтобы существовала страна, за то, чтобы сегодня существовала Республика Молдова. Я благодарен тем неравнодушным людям, которые помнят своих героев и сегодня пришли сюда, к монументу, сегодня отдают дань памяти павшим героям в разных городах Республики Молдова. Хотелось бы напомнить, что и здесь, в Кишиневе, в 4 утра, также были зажжены свечи.